большой сибирский круг объявляется открытым. Второй этап Большого сибирского круга собрал не только спортсменов и профессиональных заводчиков лошадей. На межрегиональные скачки горожане приходят семьями. Мы очень любим лошадей. Хорошие животные, красивые, добрые. А вообще сюда первый раз пришли или ходите постоянно? Нет, но стараемся по мере возможности, вот по выходным всей семьей. Первый заезд состязаний на Кубок губернатора Омской области. Участие здесь приняли лошади рысистых пород 4 лет и старше на дистанции 2400 метров. За рекордные 3 минуты 6 секунд первым пришел конь по кличке Паломник под управлением барнаульского жокея Анатолия Тепляшина. На втором этапе Большого сибирского круга наездник представлял Омск. Считает, амичи традиционно показали отличный результат и заслуженно получили награду. Они всегда были гостеприимны, хорошо встречают гостей и достойные соперники. Трудом. Другом очень тяжелая победа была. История розыгрыша Большого сибирского круга начинается с 2006 года. Тогда главные соревнования проходили в Хакасии. Омский же ипподром в этих скачках принимает участие уже второй год подряд. К слову, нынешний год для спортивного сооружения юбилейный. 130 лет исполнилось с окончания его строительства. Дай бог, чтобы нам дальше развивать этот ипподром. Хотелось бы здесь создать какое-то совместное предприятие в виде детско-юношеской конно-спортивной школы. Чтобы сюда притягивались люди всех возрастов и поколений. Это очень мекка такая, не только 130 лет, но еще и в годы войны здесь формировалась дивизия сибирская. Самое главное, что для нас почетно, что второй этап Большого сибирского круга он проходит на территории Омского ипподрома. Мы очень трепетно относимся к коневодству у нас. Мы единственные за Уралом, кто занимается вот именно племенным коневодством. Это 90 лет Омскому конезаводу племенному. У нас более 500 рысаков на территории Омской области. Их количество увеличивается. И они на ипподромах России они показывают хорошие результаты. По результатам скачек командные соревнования по очкам выиграла Омская область. Амичи набрали 56 очков. На втором месте Красноярский край, на третьем Республика Хакасия. Никита Смирнов, Вадим Насардинов, 12 канал.